Этих боссов, ну, где надо не стоять на месте, Все, по сути. нужен босс. Надо, Там... надо. Если ДЦ есть, то нет. Нас хилы, шторы и простатец. В 2 шп? Да пофиг. Если надо будет в ДЦ спек. А вон шторы, допустим, у штор... Шторы же у нас ролит, но в спек у него сова, по-моему, есть. Нам на малокрасе надо, чтобы у нас шипа не было. Я спек не вообще. А просте? Ну, все вопросы к просте. Че он на шип кидает? Там контроль. Там эфир и контроль. Причем контроль сбить нельзя, по-моему, ничем. То есть он должен сбиваться, но он не сбивается. Ну, Сирус. На самом деле, это и так пережить можно. Было бы прикольно, если бы он еще Т5 отключал, как будто бы в ПВП. Все было бы имба. Там понимаешь весь смысл в чем? Он берет в контроль три цели. Причем он их не разом берет, в том и проблема, что он берет вначале двоих, потом одного, потом еще троих. И получается, что у тебя весь рейд в контроле уже находится. Потому что он два коста идет. И типа, если бы это прерывалось, было бы пофигу. Но это Тремор, они до сих пор не починили. Тремором он не сбивается, этот контроль. Маз диспелом это тоже не диспелится, хотя должно диспелиться. А МК разве диспелится вообще? Да. Ну... По крайней мере, обычная дисплей. Да, кот, это... Это же поправили специально, чтобы, типа... Сундуку не сумонить. Надо, чтобы вначале в инст заходили. Поставил рыбку. Это на начале так работает. Кого? Кто сбрасывал? Моя Таурен, моя Макс 80 супротов встроенного, мне пофиг. Сорби, какой сопрот? У нас ни совы, да нету. Шторы. А, шторы в сове. Шторы потом может в сову спекнуть. Сейчас он в хиле. Ну, по сути, нам ДЦ нужен только на Джинала и на Малакрасе. На остальное... Ясно. Вообще без проблем. Хотя на Орле бы тоже можно было, но там, в принципе, это прохиливает сейчас спокойно и в одного... Мы с Настей вообще в одного хулипала тут ходим. И нормально. Все, я сейчас будет полдня. Второе сиденье, конечно, беспонтовое. Так, чё, это, сначала на медведя давайте сняем. Или они для тауренов рассчитаны? Ну да. Для тауренов. На кого мы идем? На кого? На медведя. Мишка. Мы сразу бежим, не бьем трэш. Да, нет, мы этот убиваем, потом добиваем трэш, спускаемся ниже. Ну я понял, он возле фонтана, там где. А да. Просто, блядь, ты рассказывай, блядь, Золомане, это был-то, блядь, давно очень. Я все скажу, кому что делать. Я не знаю, как вы бегаете. Браска, только, пожалуйста, не отдавай диван команду. А просто отец тут? Да, конечно. Чать. Правда, не знаю, просто зачем тебе инта, если мы сейчас работаем.
Монород, возьми двух мобов сверху, а Войт снизу ловит. А кого ты четвертым хочешь убивать? Это вылуплятора? Мне похуй. Кого захоти? Вылуплятора давай. Я просто у тебя страта, типа, с медведя начинать, я бы ты спрашиваю, правильно? Сначала на медведя, потом на птицу эту долбанную, на тигра, и потом уже идем на этот, который бомбики раскидывает. Или как? Хочешь сначала на медведя, просто. А потом пробежать на того чувака, который бомбочки раскидывает? Не, мне все равно, типа, я просто не ходил на четыре никогда. Медведь, птица, Джанала и кот. Так, на 4. Ну, типа, да, это и 4. Но это еще пробежать надо, знаешь, нормально. Погнали. Ну, давай сейчас это собрал. Хотя, на самом деле, я не знаю, почему ходит первым на медведь, а не на... Давай. Вон еще слева. Что, еще вон там слева. Геру дайте подкатить. На пул. Народ, все, просто. Не, ну похуй, давайте на первую попробуем. Попробуем 4 сундука сделать, давай. Вот как раз здесь. Есть предложение пойти птица после медведя, чтобы не умирать. Я, кстати, не... ну серьезно, я не помню, почему мы перестали по такой стратегии. Давайте. А, хотя. Хотя нет, давай, я, кажется, вспомнил. Чё, птица? Там сопрот обычно пили на птицы, поэтому да. Так, всё, я вспомнил. Ходки это дай, лок, СС по мне. СС дай. Хорошо. Все, все готовы, танки первые бегут. Тебя боб съел, ну ладно. Блядь. А почему ты начинаешь? На маунта взять? На маунта. По отчету сейчас. Ну что это? По отчету на маунтов. Поехали. Но. Там СС или диван? СС. Я хуйня лок не добежал. Можно к краю подойти, может достанем пресс. А, я вижу. Стоп. Чё, всё? Бля, попробую. Просто попробую. Ты там один? Да, ты достанешь. Вон, шаман, подойди к Астане. Шаман на лестнице. Аккуратно сверху. Как вы писали? Говорите? Чуть-чуть поближе еще подойди. Чуть-чуть. Стой. Все, где тут? Вряд ли достану, вряд ли. Да должен. Достану. Только когда резнитесь, не двигайтесь. Достал. Все, аккуратно наверх. Порту масти. Стой, ставь шифонер. Тыкните еще на портал. Народ, а дробовик. Шторы. Пончик, сегодня твое МК. Маги, дайте стол. Тут тык. А, так надо немножко маны отпить, поставить. Так, рыба стоит. Рыба стоит. Тыкните на столик. 5 минут сопрота, да? Быстрее. Нахуй здесь сопрот?
Чё, монород тут, да? Больно, бля. Быстрее будет. Ну, типа да. Два стака, ваншот. Да. Тут один танк. Тут один танк, здесь два не надо. Может ДД спек. Ой, чё, у меня ДД нету. По танка пока. Ну давай так. Все готовы, поехали? Не-не-не, подожди, маны-то нету. Просто, давай. Фул мана, вы чё? Все, поехали. Ой, тотем на силу природы поставишь в центр где-нибудь? Просто только раз. Кандил наберите. Еще побольше. Дерево и лок. Ну, знаешь, на самом деле поезд сегодня уже было два рестарта, правильно? Давайте сбежали, mm-hmm. сбежали. Не знаю, стоит ли оставлять вообще? Да нет, ну что. Тоже сразу же. Че с четвертым? Отбегать. Маунт! Че за маунт? Мишка? Ну, манистский медведь. Не видел у меня, я бегаю на нем постоянно на шаг. Да он бесполезный. Он даже некрасивый. В смысле? Нормальный мишка. Такой с шипами, да? Ну, дать. Ну, у медведя стоят вот эти медведи охранные. Такой же. Красный. Что-то молния куда-то вверх полетит. Чё, хилы плюсики не перебивали, да? А я все сказал. Это сид. Бежались. И разбежали. Чё, один вы? Вы? Батя на шамане. Да ладно, тут забей, это все равно время дают, только на четвертый сундук не добавляет время. Ну нет, тут время суммируется. Чем быстрее убьем, тем. Последний раз скоро будем двигаться. 15 секунд. Сейчас сбегаемся. О, фон. Жаль. Фига меня тут птица чуть не заклевает. Кого рисать? Не надо рисать, все равно все наращивает. Надо. Сейчас. Поговорим? Да. Нож. На рогу. А рог нету. Да оставь, пусть лежит. Там если чё, это... Покупатель может найдется. Да-да. Падаем. Так а что, сундука можно ксумонить, если лут в сундуке лежит, можно его отдавать, что ли? Да. Но только себе его забирай, а то потом ты его передать своей сумке не сможешь. Все, встаем, заходим.
Раньше можно было положить себе в сумку, а потом просто обменом передать. Сейчас нельзя. На этих шмотках сундуков нету КД. Вон как в ЦЛК ты получаешь шмотку, там еще 2 часа висит. Нет. Знаете? Ну, сейчас специально сделали. Просто бафы на стамин. Ой, блядь, просто баф и побежал, блядь. Да там забафнулся. Так, Враска, ты сейчас дашь диван, не согреть моба. Сейчас дашь диван по локу. Крестните меня потом. Только бегите вдвоем с ним позади всех. Там где-нибудь в хвосте, но чуть-чуть поближе к Сирии. Так зачем я... У него нет СС-а? СС был потрачен. КД, на третий сундук нужен. На стамину. Дайте что-нибудь. Танки первые. Хотайте. Чек. Трещина. Чё дам? А, это я лагаю. Понял. 5 секунд. Знает ты хоть куда забегать? Да, все знают. По левой стенке, потом под конец по правой, чтоб лишний трэш не Бегайте в раз. Точно тебя надеюсь. Он, видишь, вот этот мишка, да, аммонийский. Вот такой же сундука падает один. Лок добежал, вам дал. Все умерли? Покойся, подожди, не снимай. Снимай дебаф. Правой кнопкой мыши сейчас по божественному вмешательству жмешь, как скажу. Снимай. И рисай нас. Где у него мастрес есть-то хоть в гильдии? Вот именно, чем я тебе... Если что, я могу встать поднять. Ёбаный покос. Бросься, вставай! Ты сказал, что 25-й. Просто отец, давай, я. Фига ты рофлишь, нахуй ему был СС? Вообще лог просто должен добежать, зачем по нему убивать? Потому что он 25 уровня гильдая. Просто я ему мог дать, он бы добежал бы, блядь. СС кидается всегда на классы, которые могут резать. Или у кого есть инфу. Обрыгались, блядь. Ладно, похуй. Повезло. Может, не просто так брали? На секунду. Я просто не думал. Просто. Сейчас подумал, нахуй лобку диван. Стал, блядь, ему главное добежать. Давайте быстрее это расчистим. Пончик метки поставь. Или ассиста, да, я сам вставить буду. Да. Ассист. Готовы? Да, все, бьем. Станы расовые карпу дайте, или стан обычный. Когда у мишек будет... Какого бьем из двух? Где-то 600 звездочек. Нет. Я застанил. Станка надо этим ветер давать. А то не вызывает еще медведей убить долго. Я звездочку поставил, а тут череп ложит. Окей. Потом сломайте. Все черепа крестик. Тут тап как-то странно работает, он выделяет, блядь, не первую ближайшую цель, а какую-то хуй поймешь. Стан дайте раз. А. Видишь, вызвался. Короче,
чтобы было понятнее. Как только у него появляется перса, ему надо сразу дать стан. Стан. Нет, не сейчас, это орёл. Сейчас стан. Войд, на обычной форме посидишь, а монород на мишке сидит. Вообще боже. Все, ману от... Рыба, если что, еще стоит. Еще поедем. Ой, пока стаки висят. Да-да-да. Давайте, 20 секунд надо... Он релогнулся? А, не атакуй. Вы че? Не атакуй. У меня 50 секунд еще. Читай чат. А есть. Я не смотрел нихуя. Че, где вы бьете его спиной? Вот сюда, где мы стоим сейчас? Вы вот сюда вот. Вот, смотри, вы вот сюда. Убирайтесь там, а мы здесь, РДД. А кого ждем? Народ рекомендуется. Бля, вовремя. Чек. Вот, ладно. Здесь. Гуляй, Войд. На лучшую форму. Очень скоро вы умрете. Давай, ставь. Геру. Че, пробежим после этого чувака с бомбочкой? Да погнали. Да, конечно, так и надо бежать. Че, давай попробуем. Не, вообще, мне кажется, надо бежать первое, где он рысь вызывает. Типа, да. Давайте самых... тогда бурсты свои. Где надо этого босса снять? Который рысь вызывает, туда бегают, если мы бегаем. Если идешь только на 3 сундука, потому что надо бежать проще. Если на 4, то всегда. Первым его надо убивать, если на 4 идешь. Ты не сможешь туда добежать. Там закрытая дверь. Ты пока первых двух боссов не убиваешь, туда нету допуска. А, я понял. Тогда да. Давайте тогда нам это можно... и задолбить, и на следующем боссе вообще послаг. Главное, чтобы следующий босс не выйдет. Тогда главное добежать, все остальное фигня. Да, я вон туры немного. У нас просто две недели подряд было так, что у нас паладины не могли догадаться боб дать, когда им заанонсили, и говорили, что это наша проблема, а не их. А когда носить боб, я не понял, с чего? Или диван, или с чем ты путаешь? Нет, именно боб. Когда бежишь, там надо в определенный момент либо локу, либо тот, кто встает, заанонсить, когда боб дать, чтобы он добежал 100%. Ты просто в ситуации смотришь, что начинают челиков ебашить, которые впереди едут, надо по-любому боб дать. Ну, вот там как раз есть просто момент такой, ну, когда лучше всего заходит. Чтоб его не... Он, ну, он там 100% тогда добегает, если в этот момент. И типа... Можно челики сразу дать на полпути дать боб, можно. Ну, типа можно, но... Зачем? Там долго бежать. Там лучше под конец давать. Плюс ты еще же не знаешь, кто именно будет выживать. Ты про какого рассказываешь? Про кота? Нет, про Джаналая. Ну, вот этот, с бомбочками следует.
Понимаю, сейчас бы при 98% крита не критовать 4 удара по... Два брюля сролил. Число беру. Че сейчас пойдет? Че? Еще один нож. Серьезно. Так, давай. Знаешь, есть идея какая? Костя, есть диван. По мне, да? Так, куда сейчас? По мне, да, СС? Сейчас, смотри, сбегаем. По вот этой стороне, вот там, где медведи стоят, и налево бежим. Да, там да. До угла. Мы на угле умираем или дальше бежим? Мы не умираем, мы сейчас на спускаемся угол. По лестнице вниз и поворачиваем на завороте на первом налево и добегаем до стены. Все, если всем понятно, садимся на маунтов, бежим по отчету. Монород. Ёбаный по голове. Ой, побежал, ой, побежал. Да нормально, нормально. Он специально, чтобы трэш не зацепили. Аккуратно, правый трэш не зацепили. Можем, кстати, попробовать сразу здесь, до конца добежать. Туда, да. Если хотите. До конца? Ну давай попробуем. Давай, 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 давай. Побыстрее. Бежим. Так, япончик на тебе, да, этот? Да, на мне СС. Мне СС. Блять, только засейвить. Пожалуйста. И лока засейвить. Лок. Блять, беги, я тебя очень. По локу. Сейчас, Боб, дай. Это... Прямо, 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 прямо. Заебись. Беги, беги, беги. Да? Все, хорош, красиво. Все, в стеночку вперли. Падаем. Кто не встает? И ты еще на него этот отдал. Зря. Да пофигу. Уже, дальше уже не важно. Дальше не сып ошибка нажим. Я встаю и начинаю рисать. Ой, хоть шифонер ставь. Да, сейчас. Вы кто, Кирс, кого не резает, сразу можете вставать, или проще Кирс, вставать. Нажми. Угу. Монти. Там шторы и монород. Шторы, монород, покидайте тело. Шторы, сумонь. Слишком далеко. Вайда достаешь? Не может просто сумануть быстрее, тогда тоже встану. Да, сумануть быстрее, заходи. Ой, да. Маю. Кота сумони. Вот тут лестница. В разку сумони. Ой, да я ж тебя вроде поднял. Нет. Разве рыбу поставил? Он сейчас просит поднять. Пришел в разку? Давайте баф. Все, давайте, у нас идеальное время. Рыбы. Должны успеть. Вот, кстати, это. Надо будет, когда с Настей пойти, так же и сказать. Подожди, подожди. Монород, а ты у нас на дракончиков на маленьких пособираешь, ладно? Да ему проще, конечно. Я подиспейлю. Просто побьет. Че, все, трешак? Да, поехали, трэш. Зачисти это, ты трэш. Просто, если что, помогай мне диспелить. Ну ладно. Здесь убиваю. Понравилось, Войд пробежал, вообще на трайке. Жирный какой. Жирненький. Да нет, там хорошо, типа, я думаю, меня убьют они или нет, если я уешь какую-то пятую прожу. Знаю. Там типа столько целей, там минимум 20к будет АОЕ по всем. Если оно без ограничений по количеству, как говорили, если брали. Это, слышишь, япончик, посмотри на дебаф, который у меня сейчас, ну, баф висит от заклинания. Ты еще вроде быстро бегаешь под ним. Истинное пламя? Коварная порча. Смотри. А.
Скорость применения заклинания на 300% увеличить. Какого убиваем, правого или левого? Мы убиваем, сейчас метку поставлю. Это уже на пол. Допуляем уже, что ли? Да, вот череп. Найдите, то сдохните, блядь, там за стену. Центр. Разбегитесь, наберите рейндж, пожалуйста. Кто в себе не сильно уверен, лучше саппорт выпить. Я отдыхнул мне на пол. Мобы появились. Где череп, да. Того убиваем. Захильте в раз кто. Да, тут, кстати, кто хилботом хилит, тут он иногда багается после дыхания, не видно у кого сколько хп, поэтому анонсите, если. И этого до половины хп. Да этого не обязательно, его заливать даже не будет. Раз, да. Под стеночку из огня не попадайте. Ты чё, блядь? Торы, брать ПР. Серьезно, не выйдет. Вы что, куранули, что ли? Пейте. Ребят, вы чё? Шторы и усилки перебил. Япончик, может, и в ДЦшку так? Прям быстро. Вы на приколе, я не знаю. Что я по-моему без усилки? Так рыбу поставил? При чем тут саппорт? Она и саппортом шотнет, по-моему, тряпника. Нет. Нет. ДЦшка нужен. Тут без ДЦ. Урона, какой, да. Зачем ДЦ? Здесь не нужен никакой ДЦ, его просто подорвались. В смысле, меня дыханием сбрили? Какая бомба? Дыхание 3 человека убило. Говорит... Не 3 человека, а 2. 2 и... человека. Я сразу же сказал рейнджу набрать. А огненная система, народ просто подошел к ней. Вот все. Мне дыхание... Народ сдох на бомбе, потом сдох маг, лок и шторы. У всех усилки не вкинуты, сопротов нет. Он дыхнул, мне 30% хп оставил, когда дыхнул. У тебя хп больше, чем у них, сравни хп. Не, вообще говорю, у меня 40 хп было. Ну 40, 39. Да у них по 32к должно хватать. Ну я хуй знаю, значит не хватает вам. Если чё, у меня 200 сопрота к огню. 200 сопрота к огню. Может я поставлю, тотем ставит от огня или нет? Вроде чем больше цели он задел, тем сильнее бьет следующих через первую, нет? Нет, там пофигу вообще, там просто урон по всем проходит. Вы просто сразу не разбегаетесь, как у нас кидаем все бомбы, тогда разбегаетесь. Да не бомба, убила. Народ обрезали, 3 тела сдохло на дыхании. Трэш. Тотем от огня поставьте или аур. Просто не аур. То, что нужно. Они ставят или ставят? Я не вижу до сих пор. Там под боссом куча мест. И он где тотемы. Мне и... просто если накаст не нужен, я поставлю от огня. Мне все раз. Все, старайтесь, держите, чтобы он вас двоих сразу не лишил. Стоим. Мраживает птиц, да. О, возле птичек пера место. Босс. Я пошел диспелить монорота. Кстати, удар пламени на Аларе такой же. Дебаф у меня записан. Название такое же. Дайте чуть-чуть ему агро набрать, и ауе дайте максимально по трэшу. Папул, дай дробовик, пожалуйста, в монорота. Я уже врубил его, ауефку свою. Не жду. Ауе дали максимально. Бомбочки аккуратнее. Нет, только не подходите. А
Ты слабо набьёт. Чё, подводи под босса, подводи под босса. Трэш не трогать, все равно на 35% все выйдут. Можно одновременно и то бить. И босса переводить. Ну, я имею в виду вот эти мобы, которые поднимаются по лестнице. Я к тому, что босса переведут. Я рядом с боссом куча места. Он под боссом стоит. Ну, блядь, обрыгался. Это вы в куче стояли, захилите это все. Ну смотри, вот стоял тотем от огня, мне 20к всего надо. Захиль. Блять, захиль фростгорна. То он фул. Меня показывает. Не фул, я говорю, хилбот багается здесь, захиливайте. Быстрее, но... быстрее цепухи, блин. Бай. Враску захиль. Да он фуловый. Я не фуловый, ты что-то с заддоном. Я фуловый, да. Тут готовьте Геру. Ману, регеню. Просто отдай на ману. Отходим. О, все хорошо. Поднимите его. Уебаный свет, быстрее. Просто, кстати, сам можешь встать? Сейчас похилится. Ой, блядь, шаман, ну встает, нет. Слышите, а что ты яйца забагались, что ли, или что? Дайте Геру. Геру, ребят, надо убивать, правда. Дайте БР. Шторы, подними просто отца. Дыхание, секунда. Бомбы сейчас еще будут, 2 секунды. Геру дать? Да, 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 да. Виннер ему еще его нет. Раз. Убиваем босс. Я по манисе. Кот, ты тоже видел, да, что трэш забагался и перестал выходить? Какой злой босс. Хуй-то. Давайте, время жмет. Те, кто упал, вставайте, все равно надо. Вы... По центру там сами можете. В смысле весь трэш вышел? У меня не было трэша. О, медвежий. О, на магии да. Не было. Сундук? Где сундук? Вот он. Где? Кольцо, сила, крит, ловкость. Ловкость. Вот это кольцо у нас хотят купить. Ну, хорошо. Пошли на четвертый сундук, потом разберем. Поехали, 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 поехали. Да, едем. На рысь. Средняя сила. Смотрите, 5 минут бить босса. Где-то 5 минут чистить трэш. 3 минуты на рез раз. Секунду, ману выпьем. Три еще дать. Трэш, да? Играет трэш. Да, да заливая. Да. Весь трэш заливает. Еще подводи трэш. 2 хила. Купите, давай, вот, давай. Домик от... Только не сорви. Давай, я короче, этот трэш согрю, вы его перехватите только сейчас. Иди сюда уже с ним, ага. Тянемся. Вон он ведет. Ай, сетка. Он к вам побежит. Ой, рысь, 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 соберите. Там не рысь, там просто сетка очень много дымашит. Типа слышишь, там на том трэше АОЕ урон пониженный походу. Может быть, если есть инер, типа инер, он бил АОЕ 8000, я типа в ЗС. Да, дай, пожалуйста, касочку под дробовику. По 20к, ну, типа. У мобов не очень много хп. Я думаю, поэтому занижу. Дру баф тоже надо. Ребят. Трех. Друидов весь каз. Нет, друид. Давайте, пойду да. Еще за. Еще вести надо. У нас 10 минут. В принципе, босса бить минут 5. Мы все успеваем. Так, кошку заберите. Падать не будем. По-глупому.
Так, один кто-нибудь на пульчик или еще кто-нибудь? Вон, можете дробовик. Вот этого укротителя, чтобы его не цепанул никто. И вот один моб, видите, на домике. Я на него бомбочку повешу, на пульте сразу. Или заберите. Так, проверьте кто-нибудь, пробегите крысе больше. Там типа зелье свободы действия нет, надо, не чтобы должно. Четко было. А не надо, мы зачистим. У нас времени хватит. На ком СС будет? СС будет на мне. Я, короче, локу там на... подъезжать будем, там, Вов. Давай. А лок по мне СС. Ты главное сам добеги, блин. А у меня тучка есть. Замечательно. Не, я так даю диван, ой, в смысле себе даю барбал, этому Вову бегу. Мне вообще насрать, она 90% всего дэмэджа режет. Я всегда добегаю с ней. Грёбаные шипешки, да? Ну это хуйта читерская, согласен. Все аккуратнее. А ты тут никак не сагришь. Вдоль стенки проходите и на ту сторону. Только сразу не подходите, там первый танк должен заходить на землю. По воде хождения, да? Путь дали, все равно все на долгоногах. Че вы так думаете? Привычка. Ой, давайте. Так, это... У нас второй же танк есть, да? Все, агрите трэш. Так, Войд, вот этот трэш держи. Кот, пошли с... Еще веди. Ой-ой-ой. Зачем ты что за игр? Убиваем. Надо вот этот трэш заберите, дайте Геру и залейте все в АУЕ. Это будет намного быстрее и времени меньше. Ты бы объяснил сначала. Там еще три. Ой, аккуратно, поэтому я сказал, что со мной один танк идет. Прожимки отдавайте. Больно будет пробивать. В первую очередь этих троллей заливаете, они сетки кидают, короче, много наносят. Укротитель еще можно было забрать, кстати. А ты беги, ты уже добежишь до нас, пока мы дома. Да, ты, кстати, можешь быстрее это добежать. Давай, вставай. Ну, давайте попробуем. Я просто не уверен, что мне дадут на маунты. Там прям по центру пробегаешь. Дадут? Долгонок у тебя есть за это, за лоялку. Нет, это понятно. Но когда бой идет, может, мне не дадут на маунты. Нормально. Дадут, это да. Строишь, это что? У тебя нету комнаты. На всех есть? Нету ДД. Да нормально. Два потанчика. Прохил. Ты рысь позади. Зачем? Ты один потанчик. А, ну хотя... Точно. Ну да, да, да. Не, два нормально. Два хватит. И два хватит дамага. Я просто не знаю, шотнет он или нет. В принципе, кот можешь в коте, но этот, ну у тебя же есть эта фигня на полу танков. А он же не кидает никакие. Так главное, чтобы не... не кидает, что-то шотит. Там секунду. Он кливает. У него клив, который пополам делится. Чё, так чё? Костя, СС, дай попросте. Попросте, я свою тучку потратил. Попросте. Просто пробежишь, нормально все. Да. Все, тучку прожмешь. Просто дал, дал СС. Кирс, тебя ждем. Да можете пробежать там. Ну, давай пробежим его присумоним. Да. Короче, пробежишь за нами, там приморозишь пушкова. Ну, я практически тут уже. Костя, главное, ты пробеги, чтобы портал поставить. Беги, беги, беги. Там последний трэш я приморожу. Понял. Все. Жаль. На левую сторону забежал. Просто пробежал. Часть. Давайте две минуты нам на пробавку. Не две уже одна. Сейчас 6 минут. Так, монород. Часть снимать умирай. Нет. Все, вот снимай. Кость, сразу же шпанер, сразу же рыбу ставлю. Кастовали мы срез. Почти. Да.
Че, вставать, так, да? Вставил. Подожди, я, может, ресну. Не, встаю. Вставай. А, ну да. Монорота сумоню. Так далеко рыбу поставил. Кирса тоже сумонит. Уже 6 минут. Через полминуты 5 минут будет. Да, 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 да. Поторопим. Тыкай немножко. Сумоньте. Так, Фростгорна присумонили? Нет, да. Все, да. Войд. Так, тотем на сопротивление сил природы и тотем от сопротивления к огню. Тут два шока кидается у него. Всех присумонили. Блядь. Так, рыба стояла, поели. Можете, в принципе, уже пулять, начинать. Время поджимает. Да-да-да, пуляйте, пуляйте. 5 минут. Догоним. Милики, там тотем будет появляться, как на этом, на каратрэше. И вот заливать такая же фигня. Бьет по УЕ. Да, отведи, чтоб он не забагался на стену там. Что у нас было такое? ЛТ-4. Рысь. Рысь надо бить. На следующей рысе дашь Геру, пожалуйста? На следующей рысе ты 4 не будет. Тотем на сил природы поставь, пожалуйста. Тотем. Слушай, я не знаю, меня не слышно или он не слышит, ничего понять. Скажи ему, сука, шаман. Ты тут. Просто там если шок кританет, он положит сразу любого РДД. Тотем от сил природы. Все, поставил. Все. О, вовремя поставил вообще. Рысь. Геру? Да, 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 да. Я же сказал, на второй рысе. Просто отец себя не спал. Тотем, 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 милик. Три минуты, ребят, бурсты. Давайте. Все, что есть. Нормально, ты 4 откатится сейчас. Под 25. На самом деле 4 сундука это не такая уж легкая задача. Я 5 без Т5, ну, да. Ну, без Т5, да, было сложно. Я раньше. Бы не поговорил, сейчас упал, БР. Бафы, каску. Прохил. Кошка. Кошку весь урон. Стоунчу рысти на боссе, стой тогда. Чё, Влад, как тебе секущий на 80 с лишним хреном? Нормально. Плохо, да? Узнаю, кто ли не стояли рядом, то ли чё. Да рядом не стояли. Две минуты, ребят, должны добить. Не сдыхал тут. Был. Я помню, нас раньше тут протопал в соло танчил, чтоб на 4 закрывать. Быстрее, 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 быстрее. Хорошо, отлично. Ну-то давай. Как всегда, хуй да было. Да, так. С боссов-то пофигу. Знаешь, как давно я 4-й сундук? Очень давно. Япончик. Тебе все, что нужно, это просто тот, кто знает, как ты. Дашь тапочки вот эти, то у меня на ДК тапок никаких нету. Так, ну, ребят, все ролим. Ролим, да? Смотрим, что это такое. Все ролим. Простя.
Слышишь, Полис, дашь тапочки? Тапочки дашь на АДК? Конюшня да? Пополняется, блядь. Просто отдал. Спасибо. Кинь тапочки. Так, тапочки, тапочки. А то у меня там танковские. Всё, у вас да, шмотка. Надо анхоликать. Любите, надо умирать. Это, Япончик, знаешь, какой это медведь, которого я выбиваю? Там не надо умирать. Да, два моба можно убить и все. Да-да-да, там сразу этого уже каратреса. И кто он? Покажешь медведя сейчас, как он выглядит-то? Ну, он такой. Он такой же, как этот, о, как, который там стоят. Я понял, я его в мувике видел, где, короче, Eternal Gathering. А он отличается от медведя, которого за Конор дают, ну, за ачивку убийства. Ну да, отличается. Так, чё, со следующего босса... О, блин, за него так-то великий подвиг дают.